Сокрушение. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что есть сокрушение? Сокрушение – это умягченное состояние человеческой души по причине видения собственного недостоинства, сопутствующее покаянию в грехах. Рассматривая свои грехи и обращаясь к Богу, человек осознает свое недостоинство и тем самым сокрушает свое каменное сердце, разбивает его нечувствительность к божественной правде и святости, привлекает действие божественной благодати, преображающее его естество, изгоняющее страсти, созидающее в нем Царство Божие. Состояние сокрушения сопровождается плачем и умилением. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!